Так, это Юпитер. Надеюсь, экваториальные полосы видны. Слева спутник Ио. Не знаю, будет ли он виден на экране, совсем рядышком. Чуть дальше Европа и Ганимед. Каллисто справа мы не видели. Сегодня 21 августа 2021 год. Харьков, 22.34 по Киеву. ИСО 200. То есть это практически минимальные настройки светочувствительности. Начал я с Юпитера. Не только потому, что недавно был в противостоянии. Очень шикарно я вижу экваториальные полосы. Просто выше всяческих похвал. Ой, неужели это так будет и на мониторе смотреться, а? Какой класс! Да и спутники вижу. Да, но на экранчике, наверное, не видно будет. Ладно. Облака ушли от Юпитера временно. Поэтому начал с него. Пошли попробую сразу снять. Сатурн. Не получится, да. Темно слишком. Облака. Ладно, давай Луну. Может там пока распогодится. Ух ты, пташка. Сейчас. Я по линии терминатора резко остановил, но тут налетел ветерок. Да, так что ли посмотрим? Вот тебе и кратер Браги. Тихо, кратер тихо. Да, неожиданно. И по-прежнему кругом облака, кроме того места, где у нас Луна, Юпитер и Сатурн. Пошли попробую я, наверное, еще раз поймать. Еще раз попробую, вернее, не еще раз поймаю, еще раз попробую. Что ж такое, почему же тебя не вижу? Все-таки облака не дают. Жаль. Ну хорошо. Сейчас этот дубль закончу. Пятый, по-моему, или четвертый.
И сниму, там облака. И увеличу настройки светочувствительности, четкости будет поменьше, зато яркости побольше. Сатурн не прозеваем, думаю. 21 августа 2021 год, 22:39 по Киеву.